Привет, ребята и девчата, принцы и принцессы, умницы и умнички! Давайте познакомимся. Меня зовут Кристина, и сегодня я вам расскажу о фруктах и ягодах. А вернее, покажу их вам, а тетя Лена их вам озвучит. Итак, встречайте 100 вкусных слов. Это яблоко. Это груша. Слива. Вишня. Абрикос. Ананас. Арбуз. Виноград. Дыня. Кокос. Лимон. Лайм. Банан. Апельсин. Мандарины. Грейпфрут. Гранат. Хурма. Манго. Айва. Инжир. Малина. Клубника. Земляника. Ежевика. Брусника. Калина. Клюква. 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 Правильно. Крыжовник. Облепиха. Правильно, облепиха. Черная смородина. Тутовник. Или по-другому шелковица. Финики. Черника. Шиповник. Вы знаете, что шиповник очень полезный для здоровья? Надо его пить во время простуды или для закаливания. Подписывайтесь на наш канал. Нажав на наш маленький логотип в правом нижнем углу. И тогда вы нас найдете легко на сайт YouTube. Спасибо, будем рады знакомству.